что запихать и сунуть шприцем. Не проблема в наше время сейчас. Технологии чуть много. Четвертый, да? Пятый это. Пятый, да? Первый образец, второй, третий, четвертый, это пятый. Третий. Правая, левая рука, пятый. Четвертый вещдок, это пакет номер вещи. 5. Это пятый пакет. Целлофановых пакетов, в которых находились денежные средства. Надо было туда и завернуть это. Так. Так, пол, именно оригиналы отдельно вытащите, пожалуйста. Жоқ, ожда жоқ. Мен мынау тұр. Біреу. Біреуін бөлек қой. Арғы бетін қырып. Жоқ, ананың арғы бетін қырып. Вот оригинал. Два. Міне, три. Болды, оның ішінде жоқ. Так, всем видно, да, что каждый денежный сосуд были разделены на пачки. Всего находилось 5 упаковок, 5 пачек. В пяти упаковках. Так, три. Обидный жук, артовичный брат. Четыре. Пять. Артовичный брат. Мама артовичный брат. Вот шесть купюр в оригинале. Долларов США номиналом по 50 долларов. Сейчас. Так, фонарик уберите. Так, данные денежные средства были обработаны химическим порошком желто-зеленого цвета и учинена надпись синим карандашом «Взятка». Ну, то есть, вот, господа, видно? Еще раз хочу обратить внимание, если бы я эти деньги хорошо тронул, смотрите внимательно, можно покажу? Подождите, включите лампу. Лампу включите. Покажите теперь понятым, как у меня светится рука. Выключите вам. Вот, смотрите, видите понятые? Вот это фактически свет, если бы я взял деньги. Все хорошо. А не ту хуйню, которую мне намазали на руку. Все хорошо. Так, произведем сличение номеров денежных средств. Я же говорю, на вас всех недоумение заводит. Так, диктуйте купюры. Вас. Так, купюра. 50 долларов США. Ручку. Номер GS. GS. Ага. 154. 410. 56А. Так вот, купюра номер один.